Ну, наконец-то свет засиял в моей жизни. Какой-то свет стабильности. 3 месяца спустя после пребывания на острове Фуэртевентура я получил статус временного разрешения на пребывание в Испании на 2 года в виде пластиковой карточки. Аллилуйя. Что еще сказать? В честь этого я даже в церковь зашел. Свечки тут, правда, не настоящие, а электрические. Но, конечно, странная вещь. Такого никогда не видел. Нет, они настоящие. Настоящие. Как здорово. Я даже палец обжег. Как это здорово. Настоящие свечки. В общем, сегодня у меня все хорошо. Цветы засверкали в жизни. И свет загорелся. Классно. Замечательно. Спасибо духам этого места, этого города. Дух города живет в городской церкви, как известно. И в парке возле церкви. Ведь раньше наверняка тут было древнее капище аборигенов. Да. Обычно так делают все христианские церкви, устраивают свои капища возле или на месте, так сказать, языческих капищ. Время 12:30. Вот, в парк. А сейчас зайдут к одному мужику в правительство. Может быть, он мне, так сказать, поможет на священную гору аборигенов Тендаю забраться. Посмотрим. В общем, 3 месяца спустя результат есть. 27 июня. Как раз день рождения Паши, что интересно. Знаково. 3 месяца спустя день рождения Паши я получил главный документ. Сейчас пойдем сюда.